мэрия Брянска, аэропорту, что якобы все киоски уничтожили с улицы, нигде ничего нет. А жители обращают внимание на сервис-базу. Снаружи в сервис-базе какое-то кладбище старых киосков неработающих. Шаурмы, еще непонятно чего, анонимных. То есть борьба происходит как? С одного места киоска увозят, другому ставят, как вот здесь происходит. Дорожка пешеходно заужена из-за большого количества непонятных заведений. Такое впечатление, что эти киоски свезли со всех сторон города сюда. Окружили всю остановку. Такие живописные киосочки. Аурам. А вот остановка транспорта. Сервис-база. Мы видим, все у сервис-базы загорожено какими-то лачугами. Такое резьбище, снесенное киоски здесь.